Наряду со всеми известными лампами накаливания и люминесцентными лампами появляется новый источник света – светодиодная лампа. Лидирующие позиции по производству нового продукта занимает компания «Светлана Оптоэлектроника». Светодиод – это самый энергоэффективный источник искусственного света, обеспечивающий при этом высокий уровень освещенности. «Светоленд» – российская торговая марка светильников и ламп на базе сверхярких светодиодов. Светодиодные лампочки для дома «Светоленд» являются абсолютно безопасными для человека и окружающей среды, так как не содержат ртути, ядовитого вещества, в отличие от люминесцентных ламп. В отличие от обычных ламп, в светодиодных светильниках «Светоленд» нет стекла и бьющихся элементов, они вандалоустойчивы и ударопрочны. «Ленд-лампочки» обладают низким потреблением электроэнергии. Таким образом, вы можете сэкономить до 94% электроэнергии. Срок бесперебойной эксплуатации LED-лампочки – 100 тысяч часов, а значит, они не требуют постоянных расходов на обслуживание. Светильники SvetoLED мгновенно включаются. И в отличие от люминесцентных ламп, светодиодные не требуют затрат на утилизацию. Использование ламп – это экологично, экономично и эффективно. Благодаря развитию современных технологий уже сегодня можно говорить о возможности рационального использования электроэнергии.